Ты точно знаешь, что там продают? Да, это единственное место в городе. Правда, там бывает большая очередь, так что придется чуть поторчать на морозе. Ну тогда давай, поехали. Да, поехали. Я сейчас. Давай быстрее. Да ничего, нормально. Ты не собираешься домой? Да вот, как раз собирался. А ты не забыл, что у твоей дочери сегодня день рождения? Ах, как я мог забыть, а? Мам, это папа? Она хочет что-то сказать тебе. Папочка. Дочь моя. В этот прекрасный день, в день, который Аллах даровал мне тебя. Моя принцесса. Хочу пожелать тебе всех благ. Я очень сильно тебя люблю. Я тоже тебя очень сильно люблю. Ты у меня самый лучший папа. Я жду тебя. Приезжай поскорей. Да, я уже выезжаю. Мам, а давай я надену то платье, которое ты мне купила? Я уверена, папе очень понравится. Конечно, моя хорошая. Размеры есть? Да, есть. За каждое предположение, за каждое слово. Ха-ха-ха, я король дорог, понял? Вот так вот. Было так скучно, а сейчас так все нормально. Тебе не кажется? Слушай, я сейчас в таком состоянии, меня вот только прет и прет, я не знаю даже. Слышь, ну знакомый?
Да, да, хорошо. Рус, красно, тормози! صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا رحمك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا يا رجائي.
كإني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي. У пациента нестабильная гемодинамика, надо подключить вазопрессоры. И закажите 4 армассы. Двадцать капель поставь. Подключай норадреналин. Держите. Папочка, что с тобой случилось, пап? Не оставляй нас, пожалуйста, пап. Папочка, ты же обещал, что скоро придешь, пап. Папочка, что с тобой случилось? Заберите ребенка. Набери адреналин и отдохни быстро. Не оставляй нас, пап. Пап, пожалуйста, забирай. Нас, пап. Не умирай, папа. Папа, не умирай. Оставьте меня. Я раджаи. Я раджаи. Я раджаи. Я раджаи. Я сожалею. Мы сделали все, что смогли. تمضي بنا الأيام لنحقق الأحلام إيمانا رغما عن الآلام للخير والوئام سننشر السلام ألوانا لنعيش باحترام هو الإنسان روح في كل مكان وكيان يرجو احتراما تسمع الأكوان قد كرم الإنسان مولانا هذا هو الميزان احترام سلام أخوة ونهضة يسرى
لا لا فرق يا إنسان لا ولكن في الأبد. О Аллах всемогущий, обманутый этой мирской жизнью, в которой я всего лишь гость. Прошу тебя простить меня ради твоего величия, ради твоего могущества, ради твоей милости. О Аллах всемилостивейший, пред тобой мое покаяние. كان وكيان يرجو احتراما وأمان на твою милость уповаю. Мы всего лишь твои беспомощные рабы. Всевышний Аллах сказал в Коране: дьявол при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?